Всем привет! Мы в осеннем Нюрнберге. Сегодня у нас 28 сентября. Это я же напоминаю, потому что я иногда долго монтирую и долго не выкладываю. Бывает в этот же день, а бывает через неделю. Вот, мы гуляем. Вот мы уже около магазина Талия. Заходим в магазин. Вот, вот сегодня вот тут вот лежат, значит, скидочные книжки тоже, опять же. Всякие интересные. Но я в прошлый раз набрала, мне еще читать, не перечитать, как говорится. Видите, тут еще для школы стали продавать. Всякие осенние красивые штучки. А мы ищем свое. Я хочу еще найти, Вов, тут есть что-нибудь для творчества, творческий отдел или нет? Да. А где? На первом этаже? Нет. Я не знаю. Ну, они, нет, наверное, не на первом. Они поменяли. Вот здесь второй. Да на втором, вот, думаешь, для творчества? Помнишь? Канцелярка. Сейчас пойдем туда. Смотрите, вся палитра свечей. Все цвета есть. Так интересно. Прям такие красивые. Написано, что горят 11,5 часов. И стоит 1,5 евро такая свеча. Прикольно. О, появились уже адвент-календари для детей. Смотрите, какие интересные. Шерлок Холмс. Видите? Классно выглядит. Прям вообще. Еще классно, магический лес. Тут лисичка Финек. Как здорово выглядит вообще. Вот еще прикольный адвент-календари. Космос. Всякие задания выполнять и все такое. Ну, круто. Тут мальчик, тут много девочек. Вот Вова считает, что это творческий отдел. Ну давайте посмотрим, творческий он или нет. Ну, краски. Ну да, для художников тут есть все. Для меня, для скрабукера. Есть тут что-нибудь? Стиль. Красиво. Вот так бы уметь еще рисовать, как тут нарисовано, и я бы купила. Ну, 16,90. 9. Ничего себе. Дорогое удовольствие. А это что? Ну, не просто дневники. Ну-ка, отодвинь резинку, покажем, что внутри. Нет, резинка. Это эти поточные рисунки. Да, как же называется? Я забыла это слово. Как же? Сейчас. Point или как? Нет, нет. Нотисбук. Забыла, вот как-то оно так называлось. Я уже сейчас не могу вспомнить. Нет, нет, нет. Не это. Потом вспомню слово, скажу. Я забываю некоторые слова, которые не часто употребляю. А еще бывает заедает, потому что старость. И когда человек старый, у него уже везде все заедает. Вот. Смотрите, тут всякие тоже карандаши. Всякие вот такие штучки. Где? С другой стороны. Ну, для меня-то пока я ничего не вижу. Вот это очень люблю. Вот эти ручки прям мои обожаемые. И еще некоторые другие. Гелевые, черные. Очень люблю. Кстати. Ну, по-моему, тут нам нужно. Не, пока подожди. Пока подожди. О, наклейки, вот то, что мне нравится. Наклейки для скрапа очень хорошо подходят. О, сколько их много здесь. А, цена, смотри. Вот смотри, я... ПГ 2 евро. Слушай, можно мне просто посмотреть, спасибо. И даже если будет сколько-то дорого, я это сама разберусь, окей? Вот.
ПГШ с дорогими. Это прикольно. В общем, вот так. Смотрите, набор вязаная кукла. Ты покупаешь набор и вяжешь по инструкции. Там все есть. Вот такую куклу. Или вот такую. Или вот такую. Или вот такие три. Или вот такую. Или человека-паука. Фрида Калу можно связать. Ой, как интересно. Чего только нет. Вот это ленивец, я так понимаю. Угу. Хотите связать ленивца или ламу? Вот. Все это, пожалуйста, вам. Вот сколько стоит. Давайте посмотрим грогу. 17 евро, чтобы связать по инструкции игрушку себе, да. Смотрите, какой интересный стенд с искусственными цветами. Они как бумажные такие. Такие прикольные вообще. И тут вот есть вот такие. Очень круто смотрятся. Шикарно. Еще такие есть. Желтые вазы. Вот мы уже в эзотерическом отделе. И тут камушки. В этот раз прям шикарные. Там какие-то неземные абсолютно камни. Я должна взять. Руками. Взять корзинку. Угу. Эти я точно возьму. Это как фонарик, наверное, да? Ну, виндлайт. Не знаю. Может, фонарик, может, еще что-то. Свеча ставится. А, свеча? Она подсвечивает. Мне пока понравились только те камни, которые я взяла. А вот так выглядит, видишь, подсвечник-то? Вов, вот он в сборке. Ага. Вот так выглядит. Это пластик, что ли, не знаю. Ну, или очень сильно полированный. Полированный. Ну, очень гладкий, да. Красиво так-то выглядит. Сколько такой стоит, интересно? 13.95, да, дорого, блин. А тут еще карта есть, видите, открытая. И можно посмотреть. Видите, тут каракул такая. А, их не открывали, просто показать, типа, вот, что как выглядят карты. Такие.
У меня очень много оракулов с камнями. Вот, поэтому теперь еще эти. Ой, кто-то заорал. Эти ловцы снов красивые. Есть еще вот такие вот свечи. Адвент-календарь со свечами, по-моему. Ну, как-то уж больно легонько. Может, это такие штучки, я не знаю. Ну, написано керцем свечи. 10,95 такой стоит. Ну, наверное, потому что... Да, раухер же. Это же дым. Дымные свечи, так получается. Угу. Но они, не знаю, на любителя. Ну и самая главная карта — это Таро и Оракулы. О, это что? О, это Таро. Вот такие карты. Конечно, я, наверное, их куплю. В любом случае. Да, Вова? Угу. Интересно, только сколько здесь карт? Если 78, я 78, беру. 78. Все, точно. Так, мне надо, чтобы моя коробка была точно запечатана окончательно. Без поворота. Ну, вроде бы это запечатанная коробка считается, да ведь? Угу. Ну все, я беру вот эти карты. У меня новая колода. Ура! Угу. Это очень круто. Они такие красивые, вы посмотрите. Вот такие карты. Ну, это же очень красивые. Очень красивые, да. Интересно, как выглядят младшие арканы? Здесь нарисованы только старшие. Сделаем обзор. Круто. Так, давай еще посмотрим. Ну, это новая колода, которая не была. Так ее нету нигде. О, Чиромарчетти. А что за... Можно? Сними мне, я посмотрю, что за колода. Ничего себе. Чиромарчетти. Нельзя говорить Марчетти. Марчетти. Рубашка очень. Рубашка. Ну, естественно, это же его колода. Меня интересуют карты. Да, они у меня есть, все. Однозначно. Или нет. А как мне вспомнить, есть они у меня или нет? То, что я видела 100 раз эти карты в сети, это да. Так. Нет, у меня нет этой колоды. Нет, нету. Сколько она стоит? 26. Я подумаю. Две за раз трудно брать, наверное. Не знаю. Очень красивая колода. Я хочу эту колоду. Ну, она запечатанная есть. Так запечатанная-то есть. Но вместе-то сумма приличная получается. И что? Ну, я подумаю сейчас. Сейчас подумаю. Смотрите, еще нашла новую колоду. Вот такая вот. Вообще. Такая красивая. Это оракул. Видите, какие карты? Осенние такие. Вообще зимне-осенние. Очень красивые. Сколько здесь карт? 40. Блин. Стоимость 26,95. Классная колода вообще. Вот еще такой оракул. Тоже очень красивый. У меня его тоже нет. Тоже нету. Давайте внутрь посмотрим. Как раз ленточку поправим. Вот так выглядят карты. Видите? Такая рубашечка. Выглядит шикарно, конечно. Лоу говорит, тут 36 карт. Кто-то их немножко подразбросал, а мы всем берем. Странно. А, это первая 0-1, что ли, считается, или как? Должно вот так лежать и вот так. Очень красиво. Много интересного нового появилось. Давно я здесь не была. Ой, вообще. Столько красоты. Ну, так-то в основном, да, все, что у меня есть. Ну, вот, получается. Вот это тоже у меня, по-моему, нет этого оракула. Но этого тоже нет оракула. Но мы его в прошлый раз вроде с вами видели. Получается, раз... Два. Это проверить, есть у меня или нет. И вот эту колоду я купила. 26,95, да. Ну, в общем, вот у нас планы получаются, мои дорогие. Вон там еще эта колода лежит, которую я купила. Прям ее много привезли. Смотрите, она в каком количестве стоит здесь. Много прям.
О, а тут еще вот это. Новогодние вот эти оракулы. Но они их каждый год выпускают разные. И книги по типа Великой ночи. Или Великие ночи, как считается. Вот.